Нововятск. Среда, 18 число. Закат уже. Тени вон какие. Длинные. Оказался в Нововятске у Горбатого переезда. Вон он там шумит. Это улица Советская. Там Киров. Вон он там виднеется на горизонте. Солнечный берег. А это у нас комплекс для слипования, скажем так. Плиты положили бетонные, они уже... Ну, для Нивы это нормально, для УАЗика. Правда, даже при этом положении такая вот пузатерка здесь имеет все шансы. Ну вот тут вот шоркнуть. Что тут? Плита вон. На все свои 10, а то и 15 сантиметров отошла. Но люди ездят рядом. Причем следы свежие. Здесь-то даже пузатерка пролезет. Осторожно, тонкий лед. Для особо одаренных. Даже сейчас он съезжает. Следы-то свежие. По той дорожке больше, видимо, пешеходы ходят. Что-то от вятки-то звуки какие-то идут. Как-то лед трескается. Набережную они в Нововятске сделали, конечно, на загляденье. Мимо проезжая прямо не могу не остановиться. Это у нас 2:30 дня. Солнце уже низкое. Первый-то раз увидев я эти плиты, не обнаружил, думал, съезжаешь такой здесь, и тут вот лодку можно спустить. А вот эти вот плиты были под водой. Если бы я тогда резко взялся, мог бы здесь шоркать. А сейчас знаю, что вот вода где-то здесь, если, к примеру, находится кромка, а этого не видно. Надо иметь в виду, что можно здесь днищем-то, килем или мотором, сапогом зацепиться. Так что, ребята, когда вода будет выше, имейте в виду, что вот здесь зачем-то эти плиты. Если кто-то знает, зачем такое чудо-юдо сделано, вот этот поперечный ряд блоков зачем положен, я вообще не понимаю. Я бы и эти даже не клал. Не знаю, с какой целью это все сделано. Уже лед, скользко. Здесь вот как будто слив какой-то, желоб. Но зачем это все? Вот бы узнать. У нас есть знатоки такие нововятские. Так, может быть, они хотя бы подскажут. Вот. Лед-то даже прозрачный. Не байкальский, конечно. Насквозь видно немножко. Тут его ломают. Такие торосы. Дальше-то, наверное, не имеет смысла ходить. Не будем добавлять работы МЧС. Тут вот ручей, надо думать. Непонятно, он что, подо льдом теперь течет. Интересно. А тут вот влажно даже, слушай-ка. А он все-таки течет, похоже. Тут вот влажно, значит, он натекает. И чем дальше он тут липнет, обувь-то даже. Смотри-ка, что, вода. Вот он течет все-таки, смотри. Обалдеть.
Какая прелесть. А тут он просто водичка. То есть ручей не остановить. Он свое дело знает. А вот кусок льда вообще чистейший, прозрачнейший. Вот у нас река Вятка. Справа от труб, это у них, по-моему, называется Красная Горка. Вот там, где высокое дерево торчит над горизонтом. За ним даже крест, где у нас Николай II останавливался, который якобы расстрелян. Голуби шастают. Женщина вон гуляет с телефоном у уха. Ну так интересно. Здесь вот лед прямо видно прозрачный. Но тут и вот толщина-то не маленькая. А там я не решился бы. Смотрите, какие лебешки. Ну, вода в реке Вятке достаточно чистая, вон прямо насквозь видно. Камень кто-то бросил. Мерз. Но здесь-то достаточно безопасно. А вот туда я бы не решился, ребята. Вот там, кстати, идет по горбатому переезду грузовой состав. Ой, ладно. На дворе около минус 10. Это у нас среда, 18 ноября. А дальше к пятнице уже там минус 1 обещают. Опять слякоть будет. Вон он, пошел паровозик. Уголь везут или что? Ладно, всем удачи. Пока.